Что касается Сочи, то здесь, судя по цифрам, ситуация с употреблением запрещенных препаратов в целом стабильная, однако она еще далека от идеальной. Показатели по наркозависимым оставляют желать лучшего. Что касается проблемы алкоголизма, в том числе и в подростковой среде, здесь также придется еще много поработать. Потребители психоактивных веществ на 1 декабря текущего года зарегистрировано более 45 тысяч, а конкретно 45 027 человек. Из них более 34 тысяч, это 34 693 человека, алкоголиков и 10 183 это наркоманы. Самое худшее положение дел в Кемрюкском районе. Показатель потребителя алкоголя в два раза превышает среднекрайон. В два раза! Что это такое? Благодатный край, нормальная абсолютно обстановка, стабильная ситуация, и количество алкоголиков растет. Эффективной профилактической работы мы, к сожалению, тоже не видим. Вот это беда. Беда из года в год повторяющаяся. Количество подростков, находящихся на учете у врачей за употребление спиртного, в крае выросло и составило 176 человек. В прошлом году их было 154. Органами полиции в целом по региону выявлено 222 правонарушения, связанных с розничной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции. Решено усилить профилактическую работу в образовательных учреждениях и создать единый лекционный материал, согласованный с наркологами и правоохранителями. Окончательную оценку своей работы комиссии получат по итогам ежегодного наркомониторинга. К слову сказать, для родителей ответственность злоупотребления их чадами высокоградусных напитков и пива пока никто не отменял.